Итак, человек попросил меня дать ему админку, чтобы он смог выполнить задание Battle Pass. Так как через день Battle Pass заканчивается, я ему на стриме обещал и сказал, что я ему дам на 1 час админку. То есть за 1 час он сможет выполнить все свои задания. Он легко сможет их выполнить, так как они с другом хотели. Но сегодня я ему дал админку и через 1.5 часа зашел. Говорю ему, короче, весь лут свой показываю. Что в конце? Он мне не показывает лут, а пишет вот это, что взял только турели пусковые, чтобы его не рейдили. Итак, изначально я ему объяснил, что если для задания я ему дам админку без проблем. На сервере любой дурак знает, что если будет там взрывы и все такое себе выдавать, то за это его могут и забанить. Но я его и предупредил. Почему-то он мне говорит, что я ему не сказал этого. Итак, смотрим, что он говорит нам. Короче, у меня 1000 пусков, то есть 1000 пусковых ракет. Турели. 100к ракет у него. Чтобы... И он говорит, что у него больше ничего нету тут. Я его что делаю? Я его нокнул, посмотрел его лут. А сейчас я покажу весь лут, который я собрал с него. Так, смотрим. Вот этот, который 1000 ракет, он говорит. Вот пусковые. Базара нет. 1000 ракет. 10 000 раз, 10 000 2, 10 000 3. То есть 30 000 ракет, топовых турелей он спавнил. 10 000 генераторов ему. Зачем столько генераторов, я без понятия. И этих торговых ботов тоже. Я без понятия, зачем он их скрафтил. Итак, смотрим дальше. Сколько железа он спавнил себе. Смотрите, здесь сколько эмока, это просто жесть, я просто удивляюсь, ну, смотрите, это бесконечно вниз, бесконечно, можно и быстро, сколько скрапов, сколько, как его там, микросхем, сколько топлива, сколько пусковых установок, веревки, патроны разрывные 5.56, 7.62 патроны и ракеты, смотрите сколько, разрывные ракеты, топовые для дробашей патроны 20к, и с этим он говорит, что типа он спавнил только ракет, как ее там, только турели, чтобы его не рейдили. Вот такой вопрос тебе задается. Ты кто, чтобы тебя не рейдили? Если на этом сервере даже и меня будут рейдить. Это последний сервер, который я создал. Wars Games называется. Я этот сервер создал чисто для развлечений. Ну, тут тоже все по-честному, что было. В итоге, оказывается, человек, что сделал? Воспользовался моей доверчивостью и спавнил себе огромное количество лута. Теперь проверим его ящики.
Так, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Еще железо есть. 20к. Ничего. Патроны еще 50к патронов еще разрывных 7,62. Здесь тоже ничего. Что в турелях? Просто проверим пару. И буду каждую турель проверять. Пусто. Ну, скорее всего, он не успел. Одним словом, вот так мне отблагодарил человек, которому я доверился, поверил ему. Думаю, что он будет честным. Сейчас я покажу вам, кто он такой. Вот он. Вот его ID. Итак, если вы увидите этого человека и попросит вас админку, вы уже сами знаете, можно ли дать или нет. 4К заряжен, заряжен тоже. Посмотрим. Короче, вот это все. Смотрите, какую хату построил. И потом другие будут думать, что это дом админа, да? И скажут, что админ вот такой вот херней занимается. Честно сказать, не ожидал от него вот такого вот поворота. Это кто? Давай, я тоже. Да.
Потом еще скажут. Но скажу одно. Отныне я никогда никому больше не буду верить, хоть кто бы это ни был. И больше, чтобы меня никто админку не просил. Чтобы я не следил за вами и не проверял вас. Отныне больше не будет у меня на сервере админов. Будет те, которых я уже проверил на честность. И эти админы знают те, кто играл на моем сервере. Вот и все. Кстати, я его и его тиммейта забанил. Потому что у них могут быть еще нычки. За это полтора часа они легко успели сделать нычку. Поэтому я их просто забанил. Сейчас второго его тиммейту покажу. Вот его тиммейт. Так, сейчас его проверим. Вдруг у него есть что-то еще. Не, оно вылетело. Ну, а еще базуки. Ну, значит, у него было еще нычка где-то. Я не знаю, где именно. Смотрите, что у него здесь. Смотрите, смотрите. Просто жесть. Потом еще удивляются, почему вас банят, да? Недостаточно места в рюкзаке. Ладно, поставим здесь отметку 51.15, 53.69. Сейчас 69, вроде бы так. Да. Сейчас скопируем вот это, чтобы вернуться на это место. И пойдем куда-нибудь и вернемся. Так, что там было? 97.45. Так, бессмертие уберем.
Отправимся обратно туда. Короче, вот такой вот челик попался, одним словом.